Всех приветствую. Сегодня 18 июля. Всем огромный привет из Славянска. На сегодняшний день кардинальных изменений в сравнении с предыдущими днями нет. День относительно спокойный. Что можно отметить, это то, что были в некоторых районах установлена подача электроэнергии. Огромная благодарность героям нашего времени в лице работников РЭСа. Также хочу поделиться информацией, кому будет полезно, кто выехал непосредственно из города и хотел бы перевезти свои вещи. Есть надежный проверенный перевозчик, контакты его оставлю в закрепленном комментарии под видео. Зовут Роман, относится хорошо, как к своему, в общем, по всем нюансам, вопросам вы сможете обратиться к нему, договориться, работает по всей Украине. Ну, собственно, коротко. О главном, так как вы любите, для всех тех, кто переживает. Всем мира, добра и до встречи.